В регионе стартовала акция «Эстафета флага России» в Нижегородской области, приуроченная к государственному празднику. Она проходит под девизом «Мы едины» и объединяет все муниципалитеты. В знак гордости за страну нижегородцы разных возрастов и профессий пронесут флаг Российской Федерации по всем городским округам и муниципальным районам области. Акция завершится в День России поднятием флага в Нижнем Новгороде. День России. И все мы – это одна большая страна. Россия – наша родина. Поэтому мы хотели бы сделать что-то, чтобы это объединило всех людей в ней.